Правду говорят, что тут какая-то вспышка жуткая в Первоуральске, какой-то кишечной болезни. Ну, не знаю, у нас палата менингитная. Менингитная? Мне близко не подходить? Ну, не взрослым, по-моему, не особо близко. Ага, здесь маленькие лежат, да? Совсем лялечки, нет? Нет, 7, 8, 10. У вас на поправку все? У вас тоже менингитная палата? Так здесь все отделение менингитное, что ли? Ну там кишечные, наверное, тоже лежат, просто в других палатах. А у нас, ну, все менингит. В соседних палатах тоже менингит наш. Садики закрыты на карантин. По менингиту? Да, ну по менингиту, да. Это когда вообще все началось? В нашем садике началось 16-го. 16-го попал первый мальчик у нас из группы, потом девочка 17-го и мы 18-го. Вот говорят, что весь этаж менингит.